У нас рядом шлюп, пацаны. Они просто нам могут подлянку сделать. Он появился. Подожди, он даже не дерется. Что больше вас тут не видел. Пожалуйста. У нас. Снизу. Смотри, что до таран не взяли. Якорь нужно охранять. У меня. Взорвал. Все, короче, взорвался. Себя и бочки. Это кто из воды у нас? У нас один. Мачту держу. Иду. А вот легенда стоит. Да, они нас не видят. Я не знаю. Шлюп, короче, стоит. Брига сражается со шлюпом. Вы можете плыть на юг, на С. По компасу смотрите, там форпост. Посмотришь? Вот. Давай. ровно. Плыть как раз на С. Все или ничего, да? Пацаны, посмотрите, куда я лут прятал. Блять. Ух, на лету прям поймал. Первый раз. Но, чтоб не было больно. Упал. Всегда больно. Женек, сейчас кто на стрим придет. Мы передаем друг другу череп, и тут главное, чтобы не было больно. Это будет первый раз. Играть со мной — это, ну, какой-то определенный день будем выбирать. Розовый, Discord, видишь, где руки сами вылазят, тот фонарик бери. О, а, Олег, ты первый раз, да? А? Мне ачивку дали. У тебя много что тачу. О, еще одна ачивка. Посыпалась. Сейчас будут мутятся разные стадии, короче. И разные, типа, по два цвета и будет, по три. Да, смотри, где руки выползают. Бочка. О, еще одна ачивка. Ачивки поплыли. Есть еда? Где здесь? Тут бочки много еды. Слышите, кто-то стреляется? Да. Справа. Два шлюпа воюют. Бей пока скелетов, когда будут близко, мы туда все вернемся. А, ну он тут рядом. Не, вот пурпурный. Я пока что попалю, куда он поплывет. Зеленый. У нас есть? Рядом шлюп, пацаны. Где? И скелеты здесь, и... Ну, они врезались вообще, блядь, в скелетов. Так далеко или рядом? Ну, рядом, прям сзади. Не, они, ну, пока чилят тут на расстоянии. Да, он, если что, бочку не закидаем. Накидывают по нашему кораблю. Попали магическим шлюп. Но они сзади острова также. А корабль где наш? Их, короче, гоняют эти... Скелеты? Блядь, это скелеты по нам стреляют. А шлюп игроков рядом плавает. Он мачту поднял, шлюп. На нас поворачивает пушки. Смотрите, чтобы не выстреливался. Либо он будет собирать лут, походу. А он не забрал скелетов. Скелеты плавают. В нашу сторону повернулся. Я плыву на него, прям на него плыву. Женек уже в действии. А о чем? Все, такая, к пацанам возвращаюсь. Погнали, да, на корабль пока. Встречайте на корабле, чтобы готовы были, чтобы не было такого, пока спуститесь там и так далее. Ну, да. И да бочку. Вы все огонь можете тушить, ты че? Я не бочку знаю. Взял, я могу с бочкой к ним, не? Ну вот, я плыву. Там Женек уже поплыл. Я просто почти вот прям около них. Прям Децл остается. Все, спустили, уплывают. Женек уплывает в другую сторону. Все, они от него поплыли. Поднимают. А, подняли опять. Женек, давай, ты сможешь. Они приспустили. Давай на корабль, все на корабль. Поднимай, ой, поджигай фитили, забирайся, ну если успеешь, конечно. Ой, я туда спрыгну, с пушки. Да они сейчас услышат, что уплывут, подожди, пускай Женек сначала бахнет. Я знаю, пусть Женек взорвет, я сразу же ныряю. О, забирается Женек. На. Все, взорвал. Хорош, давай. Да они какие-то нубы вообще, я залез там, на меня так посмотрел. Якорь ему бросил. Один снизу. Убил? Он просит нет, просит пощады. У них ничего нету, они пустые. Потопили этого. Со шлюпа. Ну и все, пускай сейчас они заберут, а мы у них заберем, и все. Да. Ну вернее, мы их потопим и заберем. А че ты топить? Лут не на корабле же. Че мы хрен продаем? Топите их и все, и быстрее форт захватывайте, тому время тянем. Они просто нам могут подлянку сделать. Вон, да, появился. Давай он дядя бегает. Подожди, что он даже может? Не дерется. Ты русский? Чего? Да, че? Да. Он русский. Да.
А у него питомец какой, дай денег. Ты один или чё? Да забей, не трогай его, он, мне кажется, не приедет к нам что-то делать. До этого ты говорил, подляну сделает. Не, ну я думал, их тут двое, все дела. А, брига плывет на вас. По левую сторону смотрите от корабля, брига плывет. Правый да, нас? Ой, это наш. Заключим союз, нахреном союз. Короче, от метки по левую сторону, брига. А, короче, да, возвращаемся на корабль. Брига. Я капитан, нам поможешь? Брига плывет. Вот по прямой линии. Спасибо за твои видосы, правда мы помогают попец. Мы боимся против Бриги, помоги нам. Спасибо. Это даже беспилотник. Он сейчас охренеет, то, что трое на шлюпе. Пацаны, это его союзные чуваки, он по ним стреляет. Это его союз. Чё-то мне прям интересно, сейчас я гляну, чё. Попал, слышишь? Хорошно. Орех, вы дели? Я к ним. Окей. Бурма, может быть, с корабля выстрелимся? Что больше вас тут не видел. Бриги прям на нас, по-моему, да? Все к ним. Все к ним. Слышь, по нам постреляют, чините корабль. Нормально. Пирата. Пирата. А, они оплыли меня. Короче, да, надо захватывать, на них забить вообще. Вот. Ну чё они? Не по нам постреляют. У нас воды-то нету? Босс. И он повернулся вот. А чё так быстро, босс? Я уже с черепом, отходите. Ты прям вплотную к нему подходи. Чё-то не нравится. Нет, всё это. Ща, давай пожду ещё. Кто-то по кораблю нашему стреляет. А, это NPC-шки. Смотрите, корабль кто-нибудь один по братски. Пожалуйста. Смотри, а там шлюп еще стоит, они ждут чего-то. Брига и шлюп стоят. Ну когда мы завалим босса, наверное. У нас первый ярус тонет. Нет, черпайте воду, воду черпайте. Бля, меня еще убьют. А, все, не горит у меня череп. Я в капитанскую положу череп. Надо босса заливать, пацаны, нам ключ. А, брига вон дальше стоит. Жопа заплывает. Жопа заплывает. Нужно разворачиваться. Кройте, чтобы сверху нет. Мы тебя по огнем прикрываем. Бля, бочек нету, ёпта. К нам залез. К нам залез. Меня убил. В смысле, бля, через блок он убивает? А, или в прыжке по башке? Забрал. А где у нас еда вся? Нету у нас ничего. Вообще больше. Еды нету. Нам босса забрать ключ и это пойти не на знаю, там Виталик, я не знаю, справляется, нет, я фиг знает. Либо да я вообще будет. За едой здесь. Накидывайте, пока он на острове. Да. Виталий, там дырки есть? У него нет дырок. Пускай паруса и в остров его фигачу. Попал. Женек, давай тоже за пушки. А где Виталик? Он у него. Это чё, кто по нам стреляет? Это... Я ему хотел мачту сбить. Там надо вдвоем на форте. Он выстрелился на форт, если чё, вы слышали? Форт. С бочкой спрыгнул в воду. Где? Спереди? Вижу. Устал. Стреляйте по нему. Где он? Я не вижу. У нас. Снизу. Все, забрал. Я, короче, на форт. Он ядра у нас тырил. Хотел стырить ядра. Че, я возвращаюсь. Вот. Двое. Они двое снизу, блядь. Я только появился, меня убили нахер. Где я не вижу? Вон на нас. Убил меня опять, ёб твою медь, а? Орех, давай на корабль, короче. Один у них мёртвый. Сейчас подниму. Я на корабле воюю, привет. Да, он. Пойду опять босса бить. Нет, вроде. Он где-то здесь, ищите. На мачтах посмотрите. Поднимайте. А, понятно? Давайте босса сюда быстрее надо убивать. Веду.
Вот идет здесь. Готовы? А нас пушки достанут? Стой, 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 беду. Давай. Есть, открываем есть. Или нет? Мне кажется, надо забрать, залутаться и потом открыть или нет. Ну быстрее, ну. Я не знаю, пока шлюпа нет, можно брать. Ну давай. Давай быстро все берем и сюда таскаем, вы гарпуньте сразу на корабль. Давай, а потом, если стандарт, чё... короче. Погнали. Все, я открываю. Я на гарпуне стою. Давай, не, не, это не неси, это направо. Женек. Они палят на карте. Смотри, чтобы на таран не взяли. Якорь нужно хранить. У меня взорвал, короче, себя и бочки. Короче, черепа остались, приютовский лут. Пацаны, у нас ядер нету. Вон, Олег, видишь, сверкает? Ага, вижу. Это кто из воды? У нас один. У нас на корабле. Все. Цепляет. Ладно, сейчас еще кружочек сделаем и паруса вновь поднимем. Он не цепляется нас. А, ну окей. Сзади еще за нами идет. Ёпарас, это что за хрень, на? Они еще как раз увидят этот блестит. Ну, они, кажется, увидели лут. Целенаправленно прям по лут. Я сейчас попробую. Блять, они по нам стреляют с носа. Мачту держу. Иду. Короче, уплываем, давайте. Да-да-да, уплываем. Орех, давай, нужно быстрее только. Починили центр? Уплываем, да, уплываем. Мы тонем резко. Помогайте снизу. Иду. Ух, там сколько пробоев. Чиню. Воду. Орех, ты за это, за штурвалом. Уплывай. Так а что я делаю, матч нет. Мы тонем вниз. К нам залез. Красава. Да, первый ярус утонул. Первый ярус утонул, срочно. На второй весь дырку. Меня убили, короче. Они здесь все у нас, меня тоже убили. Меня тоже. У нас есть лодка. А мы уже утонули. Плывем туда. Там они лут не разделят. Только узнать, чего легенду. Да. Я здесь у них. Я остался, все. Я тоже остался здесь. Легенда где? Череп у меня. Легенду найдите. Че нету лута, не всплыл. Корабль плывет, тихо спрячься. Да он видит нас. Не-не-не-не. Лезьте. Все. Ой-ой-ой, надо, я вас надо. Скидываю, сорян. Я не видел, что вы забираетесь. Отлично, убили. Легенды нету. У них что нету на бриге? Ну да, они все, они зачищают, они стоят спокойно. Они, по... суки, они подождали, пока мы его убьем. И потом активизировались на кичле. А вот легенда стоит. Прячь ее. Больше, он это идет. Бегом, уплывай. Он спалил сверху нас. Да? Давай на лоб. Корабль. На лодку и уплываем. А мы уплываем, да. В какую-нибудь сторону. Мы плывем. Так, надо вот так вот. Короче, в их сторону. В обратную плыви куда-нибудь. Не-не, я вот так уплыву. Давай, да. Они нас не видят, типа? Я не знаю. Шлюп, короче, стоит. Брига сражается со шлюпом. Они сражаются со шлюпом за лут, за весь. Мы на другой остров вообще? Сейчас. Да. Мы к вам плывем. Плывите на форт, мы еще на острове спрячем. На форте или на другом вообще? На другом. Мы от форта в другую сторону чуть-чуть. Так, плывем. А лодку взяли или что? На лодке, да. С сундуком легенды. Сейчас, короче, смотри, я фавикон увижу далеко, так что я увижу фавикон и скажу тебе, орех, куда крутить. Пацаны, вы можете плыть на юг, на С? По компасу смотрите, там форпост. Посмотришь? Будет. Вот. Давай. Ровно. Вот плыви как раз на эст. А, вон наши едут.
вон он вправо выкручивает. Да не-не, вы плывите на этот. Сражайтесь за лут, за наш. Да мы уже почти доплыли, он до острова. Мы сейчас дадим и вернемся. Все или ничего, да, Виталий? А, вот форпост-то нет. Вот, по-моему, да. Брига на якоре стоит, смотри. Слева от тебя. Все, пацаны, мы скоро будем. Чисто, все или ничего, ёпт. Вообще жесть. Женек, обратно ты плывешь. Так мы на русалке вернемся. На русалке. Не-не, мы так уплывем. Мы же. Я, короче, убил его. Мы здесь одни остались. Давай, вот тут вот чисто уплывай и останавливай. Ладно, самый главный лут у нас. С бочкой. Убил его. Хорош. Куда сундук вот этот, я не пойму. Меня взорвали. Они на форте проклятых стоят. А, что? Подожди. Не, стой. А, показывай сундук жнеца на форте проклятых. Вон на карте. Видишь? Пацаны, посмотрите, куда я лут прятал. Он там и стоит. Вон весь лут стоит. Ну чё? Да, вон он. Разверните чуть-чуть. Я просто смотрю на форте, да, вон они. Я пойду наверх этот, помогите, то, что на приют сдавать, закину. Да, тут надо вот еще один забрать. Блять, ух, на лету прям поймал. Там еще осталось 3 штуки. Мы все забрали, понимаешь, все самое важное. Все трофеи, все забрали, нахуй. А куда сундук делся, ты забрал на лету? Жнеца да, вы забрали сейчас? Сундук, ой, да, вот так, что из рук вырвал. Охренеть, я прыгаю, смотрю, у меня его нет. На лету. Все же? Нормально у нас путешествие по форту проклятых. Я до сих пор не понимаю, что это было. Да, я тоже не понял совершенно. Все сундуки я посчитал вроде у нас, а что люди делали вокруг, я хз. Мы даже, получается, вплоть до черепов. Короче, да. Грубо говоря, мы даже бочки с цитадели не забрали, только. Ну, мы их взорвали тоже. Да. И вот. Все получается. Там два черепа, два рубина осталось, что-нибудь. В общем, там я зашел, там как черепа лежали, 4 штуки. О, типа трофей дали, 5 штук я уже сдал. Типа как черепа лежали, 4 штуки, 4 рубина. Так они лежали.